Эй, здорово, дружище, с тобой Серега, Сайбер Банана. И в этот раз я тебя научу кидать смог в окно на карте Мираж. 5 разных позиций. 64-й тикрейт, 128-й тикрейт. Да неважно, ты просто с ноги будешь заходить на Мираж на любом звании и разрывать. Понял, дружище. И, кстати, нас уже 22 тысячи человек. Спасибо тебе. Подписочка, лайкусик, колокольчик. Начинаем. Буду все записывать одним дублем, чтобы понимал, насколько это просто. Сначала 64 тикрейта, потом 128. И еще, джамп-троу, дружище, в описании найдешь, как это сделать. Просто вставляешь в консоль и все. Поехали. Встаем сюда у этой мусорки, присаживаемся, находим вот такую точку и двигаемся вперед до вот этого момента. И бросаем джамп-троу. Смотрим. Летит. Родная. Хорошо, поехали дальше. С этим мы разобрались. Второй, тоже простой смок. Встаем уже вот в этом углу и находим антенку. Также присаживаемся и двигаемся вперед. Джамп-троу кидаем. Смотрим. Прилетает. Это у нас второй смок. Понял, да? Поехали дальше. Третий смок. Встаем также у мусорки. В этот раз находим вот такую вот, что там, ржавчина. Поворачиваем сюда. И двигаемся влево и прыгаем джамп-троу. Пау. Есть контакт. Хороший смог, кстати, прилетел. Поехали дальше. Ну, здесь это когда уже выход на планету. Надо сделать красоту. Ты просто встаешь у этой деревяшки, целишься сюда, поднимаешь выше и джамп-троу. Смотрим. Пау. Прилетает. Ну и самый сочный напоследочек смог. Это отсюда. Находим вот эту точку. Прям уголочек. И пересечение вот этих проводов с этой железкой. И просто бросаем. Смотрим, прилетает. Понял, дружище, да? Очень простые смоки, сам видел, с первого раза сделал. Ничего в этом сложного нет. Еще раз повторяю. Джамп-троу я оставлю в описании. Просто вставляешь консоль и все. У меня стоит на пробеле. Ты ставь любую себе другую кнопку. Поехали, теперь 128 тикрейт. Смоки абсолютно все те же самые, также поочередно. Первое, это садимся сюда. В этот раз мы целимся намного ниже. Вот тут есть точка. Также двигаемся вперед и бросаем смок. Он полетает прямо в окно. Просто то же самое, только чуть ниже. Здесь абсолютно то же самое. Возможно, чуть-чуть вот прицельчик сдвинуть сюда. Также вперед. Прыгаем и смотрим. Прилетает смок также в окно. Есть контакт. Поехали дальше. Следующий. Встаем около мусорки. Тогда мы целились сюда. Здесь в этот раз мы целимся вот по этой черной точке. Черной точке. Черному какому-то квадрату Малевича. Двигаемся сюда. И кидаем. Абсолютно так же. Полетели. Есть контакт. Ну и поехали. Предпоследний наш смок. Это находится он тоже здесь, около выхода на апленд, около ямы. Вот в прошлый раз мы целились по этой, двигались сюда. В этот раз мы просто целимся по этой. Это вообще что такое? Это свечки? Походу, да. Я в этом не шарю, пацаны. Окей. Прилетел смок. Ну и ластовый смок, который мы делали с Б выхода. Это накидываемся точно так же. Встаем сюда, находим вот эту антенну, пересечение, бросаем. Есть контакт, пацаны. Ну что, как тебе видос? Я уверен, он достоин лайка. Обязательно влепи его. Также в описании есть конкурс. В описании будет бинт на джамп-троу. Ну и что? 5 смоков. 64-й тикрейт. 5 смоков 128 тикрейт. И я уверен, что теперь твое звание полетит вверх. А для тебя я оставил еще вот этот вот видосик. Залетай туда, посмотри. Годнота. Я с тобой прощаюсь. Пока-пока.